Кэтрин Оксенберг. Брэндон Келли. Элисон Эрмитидж. Спенсер Рошфор. Холли Флория. Майк Уорд. Рэнди Васкес. Грэм Хейвуд. Фабио. И Джон Вернон в роли мистера Смита. В фильме «Жара в Акапулько». Леди на миллион долларов. Оператор Алан Хьюм. Брэд, что ты наделал? Как ты бьешь? Сначала надо согнуть ногу, а потом уже бить. Я знаю, что я делаю, а ты мне помешал. Я тебе помешал. Где ты получил свой черный пояс? В театре кунг-фу? Может быть. А кто играл в невидимой ноге кунг-фу? Танг Таолинг в 80-м, а в пяти пальцах смерти... Лоу Лей Кинг, в 72-м. Помнишь, как это у них? Ты убил моего брата, теперь ты умрешь. Это было самое лучшее. А как насчет трех провокаторов? Вот так. Композиторы Майк Ллойд, Томми Оливер, Джим Эрвин. Что ты делаешь? Собираю платье для сегодняшнего вечера. А зачем? Ты куда-нибудь идешь? Гулять. Гулять? Что значит гулять? Разве это тебя касается? Да, касается, ведь мы одна команда. Только тогда, когда мы занимаемся делом. Продюсер Ирен Добсон. А сейчас я делом не занимаюсь. Авторы сценария Колин Ашурст, Даниэль Фика. Режиссер Сидни Хейерс. А то мне больше нравилось. Сейчас выбираю я. Значит, у меня нет вкуса. Почему же? Он есть, но только на пиво и закуску. Ты идешь на свидание? С кем? С кем? Я иду на свидание, и мне решать, с кем. Но если хочешь знать, то со своим старым другом. И как его зовут? Сержо Ланти. Звучит так, как будто он делает нижнее белье. Зато Майк Саваш вообще не звучит. Он консул в
Сен-Луисе, а здесь торговые миссии. Ничего себе. Ты ревнуешь? Нет, не ревную. Майк, ты просто душка. Ладно, хватит. А что ты ему сказала по поводу твоего присутствия здесь? То, что я говорю всем. Я занимаюсь разработкой моделей купальников. Он мне не нравится. Будь с ним поосторожнее. Хорошо, папочка. Проблема с женщиной. Когда ты думаешь, что ты ее хорошо знаешь, она откалывает нечто бессмысленное и глупое. Потрясающе. Куда это вы собрались? Смотритесь просто сногсшибательно. Открылся новый клуб. Маркус тоже идет туда. А вы пойдете? Нет, спасибо. Я приду чуть позже. Над чем ты смеешься? Что бы Эшли ни делал, тебя все раздражает. Откуда ты знаешь, что я говорю про Эшли? Я еще не ослеп, друг мой. Здесь живет Эшли Хантер Каррингтон. А вы кто такой? Сэр Желанти. А кто вы? Майк. Майк. Кажется, она упоминала о вас. Вы ее приятель. Да, приятель. Конечно, не такой видный, как консул. Вице-консул. Не смогли пробраться в высшую лигу? Вы не могли бы мне разъяснить? Вы опоздали, она ушла на встречу с вами. А вы никак не наберетесь храбрости. Кажется, я сказал Эшли, что буду ждать ее в ресторане. Ей не слишком хотелось вас видеть. Спасибо. Если бы я был на вашем месте, я бы поторопился. Она не любит, когда опаздывают. Ваши очки, прошу вас. Ваши. Подождите, разве вы должны быть в голубом, а Мария в красном? Или вы должны быть в белом, а Андреа... Артур, ну какая разница? Будь умницей, дорогая. Иди переоденься и возвращайся через 20 минут. Быстрее. Ты выглядишь так, как будто сожалеешь о том, что сделал или ничего не сделал вчера вечером. И то, и другое. Ты ничего не слышал об Эшли сегодня? Нет. Вчера вечером она не вернулась в номер. Понимаю. Я встретился с ее приятелем, но я ему не доверяю. Я не ревную, просто я беспокоюсь о ней. Тогда почему бы не позвонить этому другу и не спросить, где Эшли? Я сам позвоню. Не хочешь? Забудь. Где Эшли? Вы позвонили в ресторан и сказали, чтобы она не ждала меня? Зачем мне это понадобилось? А как насчет ревнивого приятеля? Значит, она так и не пришла вчера в ресторан? Нет. И она не проводила ночь с вами? Конечно, нет. Может, она вам звонила? Нет. Так вы меня слушаете? Прошло уже 18 часов. Эшли никогда не отлучается так надолго. Действительно странно. С ней что-то случилось. Мне кажется, с этим связан Серджио. Майк, может, всему найдется простое объяснение. Может быть, она сейчас войдет и скажет? Как только я увидел этого парня, я сразу почувствовал, здесь что-то не так. Надеюсь, ты не прав, но мы все равно должны его проверить. Крисси, найди дело на Ланте. Может, у него есть что-нибудь в Интерполе. Сейчас. А я попытаюсь найти что-нибудь у себя. Но поскольку у него дипломатическая неприкосновенность, я сомневаюсь, что мы что-то узнаем. Если он что-то сделал с Эшли, его дипломатическая неприкосновенность ему не поможет. Майк, Ланте пользуется своим преимуществом. Тебе надо быть поосторожнее. Не беспокойтесь. Вы видели эту девушку? Thanks. Спасибо. Простите, вы ее видели?
Никто из местных девиц ее не видел. Хозяйка ресторана уверена, что она к ним не заходила. Один из швейцаров ее видел около 6 часов, но он не знает, куда она потом отправилась. В такси она тоже не садилась. Я разговаривал с водителями. Я разговаривал со всеми братьями, дядями, с дядями их жен. А еще с кем? И еще я говорил с братом, мужем моей сестры Чако. Он поставляет на рынок кое-что, и мало ли, может, он что-то видел. Сегодня вечером с ним еще встречусь. Крисси, ты что-нибудь узнала? Я связалась с Интерполом, но, похоже, Ланти чист, как рождественский снег. Может, что-нибудь есть в государственном департаменте? Это очень сложно, но я смогу подключиться к их компьютеру. Майк, кажется, мы что-то нашли. Некую организацию, занимающуюся продажей белых рабынь. Каждая стоит $1 миллион. Они поставляют женщин всем, кто в состоянии заплатить такую сумму. Разумеется, они учитывают и пожелания. Уж не думаете ли вы, что Эшли? Не знаю. У нас есть информация, что несколько женщин было похищено в Сент-Луисе. Они шли на свидание и не вернулись. Кажется, послужной список Сержа Ланти будет очень интересным. Добрый день, моя красавица. Наконец-то ты проснулась. Я уж боялся, что ты пропустишь обед. Прошу тебя, присоединяйся к нам. Ах да, тебе надо что-то надеть. Твоя одежда рядом с постелью. Эшли, пожалуйста, не задерживайся. Все умирают от желания тебя видеть. Черт. То, что ты сделала, тебе не поможет. Это из-за тебя я попала сюда. Что происходит? Тебя привезли сюда, чтобы ты начала новую шикарную жизнь. Новую жизнь? Мне достаточно той, которая у меня есть. Ты только подумай. Ты будешь жить в настоящем дворце. У тебя будут машины, одежда, драгоценности, все, что желает иметь каждая женщина. Если меня ждет такое прекрасное будущее, то зачем было меня похищать? Это все деньги, Эшли. Я хочу иметь их много. Да и у тебя их будет столько, что ты даже не мечтала. Я предпочитаю независимость. Большое спасибо. Эшли, Эшли, идем. Ведьма, ну что ж, он это любит. Открыто. Кэт нам все рассказала. Мы можем чем-нибудь помочь? Наверное, но я не знаю, чем. У тебя есть план? Да, есть, но мне кажется, что выйдет еще хуже. Может, мы сами решим, что получится, если ты нам расскажешь? Ланти занимается продажей женщин всяким толстосумом. Если я смогу убедить его, что у меня есть красивые девушки, я смог бы как-то приблизиться к нему, и, может, мне удалось бы встретиться с Эшли. Но все дело в том, что он меня знает. Это проблема. Я займусь этим. Нет, Артур, слишком опасно. Я ценю твою заботу, Майкл, но мы должны помочь Эшли.
Артур, только не обижайся. Кто тебе поверит, что у тебя есть куча красивых девушек? Это так и есть. Думаешь, не поверят? Клаудио, почему бы нам немного не поразвлечься? Слушаю. Серджио, Монами, это Алан Бартрани. Алан, это ты, правда? Сколько мы с тобой не виделись? Вот, да. Монте-Карло. Кажется, что прошла только неделя. Как чудесно мы провели там время. Еще не все потеряны, Алан. Алан, я здесь не один. Можно я тебе через минуту перезвоню? Конечно. У меня ведь есть твой номер. Отлично. Слушаю. Алло, Алан, это Серджио. Извини, что так получилось. Значит, тебе захотелось повторить? Разумеется. Но сейчас я позвонил по другому поводу. У меня есть друг с такими же запросами, как у меня, и к нему приехали двое европейцев с одним очень интересным предложением. Кто они? Марио Чингалло и Нейл Дерек Эмстед. Они говорят, что у них есть доступ к моделям и манекенщицам. Они остановились здесь, в Пуэрто-Вайарте, и привезли с собой несколько образцов. Ты хочешь, чтобы я посмотрел эти образцы? Это будет очень любезно с твоей стороны. Ты не мог бы приехать прямо сейчас? Моим господам не терпится. Не волнуйся, я тебя понимаю. Приеду. Вот что значит современная техника. Нас похитили, как глупых девочек. Можно к вам присоединиться? Меня зовут Эшли. Кажется, мы все вляпались. Это точно. Как ты сюда попала? Доброе утро, леди. Я актриса. Мне сказали, что я поеду в Рим, чтобы сниматься в фильме. А попала я в частную тюрьму. А она совсем не в Риме. Лиза ходила по магазинам в Беверли-Хиллз. Кто-то подкрался к ней в примерочную. Прыснули хлороформом, и вот мы все здесь. Ты знала его до этого? Нет. Он сказал, что он продюсер. У него всегда было богатое воображение. Ты его знаешь? Честно говоря, не очень. А вы не пытались бежать? Здесь на каждом шагу охранники и камеры. Я даже нашла глазок у себя в душе. Слушайте внимательно. Можно ли отсюда каким-нибудь образом послать весточку? Если только около входных ворот. А когда охранники ослабят наблюдение? Может быть, когда они сменяются? Нет. Тогда мы должны их перехитрить. Как? Это невозможно. Я знаю как. Дерек Хэмпстед. А вы должны быть сэр Желанти. Это мой партнер Марио Чингалло. Мы прежде не встречались? Нет, рад познакомиться. Позволите? Прошу вас. Вы ждали меня? Мы ждали кого-нибудь.
В черном купальнике даже очень, очень неплохо. У вас отличный вкус, мистер Ланси. Ходят слухи, что вы занимаетесь здесь чем-то очень необычным. Именно здесь, в Пуэрто-Вайарта, это только слухи. В каждой сплетне есть доля правды. Доля правды? Мистер Ланси, нам кажется, что вы можете заинтересоваться нашим товаром. Значит, я дал вам повод так думать? Конечно. Был рад с вами познакомиться. По-моему, он на нас не клюнул. Просто он осторожен. Вы всего лишь с ним встретились. Но вы сделали то, что надо. Мы установили видеокамеру на его машине. Тогда мы сможем что-то про него узнать. Нет, ребята. Эта стена ничего нам не даст. А ты все-таки попробуй, Крисси. Да. А Серджо? Конечно, мы заинтересованы. Мы придем. Он будет ждать нас у входа в отель через час. Не нравится мне все это, уж слишком быстро. Он хочет, чтобы мы захватили с собой Кэт. Пришли мне людей. Быстро. Что-то произошло с машиной, Серджо. У меня плохое предчувствие. Да? Что ты думаешь? Какого черта? Сидеть спокойно, поговорим потом. Вперед, быстрее, они у нас на хвосте. Мы в пробке. Где вы, ребята? Будто ты не знаешь. Ну давай, быстрее. Жми, жми на газ. Все в порядке, дорогая? Да, теперь мне не мешало бы искупаться. А я думал, кошки не любят воду. Это все из-за меня. Я заставил их рисковать, а должен был сначала все разузнать. Это самое лучшее, что нам удалось сделать. По крайней мере, мы теперь знаем, с кем имеем дело и что это за человек.
Надо больше делать и меньше болтать. Вы помните, я вам говорил о брате мужа моей сестры? Марко, столько сейчас не хватало твоих родственников. Я не могу запомнить 5 миллионов имен. Слушай, если не моя семья, ты никогда бы не узнал, что творится в городе. Ну, что там у тебя? Слушайте. Брата мужа моей сестры зовут Чак. Он работает в одной компании, которая снабжает отели и виллы продуктами. Он говорит, что за городом есть один дом, в котором полно красивых девушек, и недавно поступил заказ оттуда. Может, просто у кого-то семья больше, чем ваша? Ничего подобного. Ну так вот, завтра Чаку будет отвозить им заказ, и я поеду вместе с ним. Согласны? Ладно, теперь надо подготовиться. Предстоит тяжелая работа. Я всего лишь взяла яблоко. Я голодна. У меня был один довольно интересный звонок от моего друга Алана Бертрами. Он позвонил мне после долгих лет отсутствия. Очень долгих лет. Просто у этого Алена большое чувство юмора. Заткнись. Вы оба полицейские. Не говори глупости. Мы занимаемся тем же бизнесом, что и ты. Я так не считаю. Войдите. Если бы я был на вашем месте, я бы хорошенько подумал о своем положении. На 2 часа раньше? Нельзя заставлять ждать таких клиентов. Заприте их здесь и поставьте у двери охрану. До завтра, джентльмены. Здесь напитки, отнеси их туда. Сейчас. Иметь свое дело такое удовольствие. Бар там. Апельсиновый сок, пожалуйста. Маркус, что ты здесь делаешь? Не волнуйся, мы все держим под контролем. Здесь еще 4 девушки. Мы знаем, похищение по заказу, $1 миллион за каждую. Миллион долларов? У меня столько еще ни разу не было. Где-то здесь заперт Артур и Клаудио. Это усложняет дело. Не бойся, мы всех вас отсюда вытащим. Я уже разработала план. Он сегодня устраивает вечеринку. Ты все еще здесь? Я пришла взять что-нибудь выпить. Я не с тобой разговариваю. Что ты здесь делаешь? Что он лопочет? Он принес заказы для бара. Пошел вон. Вон. Вон, быстро. Вон. Ты настоящая дрянь, Серджио. Оскорбления тебе не помогут.
Добро пожаловать, мистер Шетта. Прошу вас. Если мы хотим выбраться отсюда, надо пошевеливаться. Я сказала остальным. Спроси у них, не видели ли они двух мужчин, высокого блондина-итальянца и англичанина. Вон там у дверей стояли охранники. Может быть, они их сторожат? Когда-то я хотел оставить тебя себе, но теперь я этого не сделаю. Очень рада. Правда? Женщины не должны быть такими, как вы. Разумеется, образование идет нам во вред. Но я бы тебя с удовольствием кое-чему поучил. Не прикасайся ко мне, вонючий козел. Не стоит меня оскорблять. Это испортит твое личико. Я отдал Кэт микрофон. Пока все живы-здоровы, начинаем действовать. А ты думал, уже кого-то убили? Он сказал, что ты отпустишь меня, если я все расскажу тебе. Он был прав. Я чувствую себя скотиной. Мелоди, поверь мне. Жертвенные овцы. Добрый вечер, дамы и господа. Мелоди, присядь вон там, будь добра. Спасибо, Мелоди. Эшли? Это место предназначено для меня. Эшли. Это господин Хаэро Шиата. Прошу тебя, садись. Эшли. Господа, очень рад вас видеть в клубе миллиона долларов. Как вы считаете, они стоят такой цены? Конечно, разумеется. Отлично. Продолжим. И помните наши правила. Они могут стать вашей собственностью только завтра утром. А сейчас наслаждайтесь предстоящей ночью. Приятно провести время. До встречи. Вы, сэр, самый последний негодяй. А теперь, если позволите, я пройду в соседнюю комнату и позвоню вашей жене. Майк уже едет к вам. Эшли, кажется, ты оставила своего гостя одного. Теперь ты не посмеешь выйти из этого дома. Твой план побега не отличался оригинальностью. Как ты узнал? Если бы ты не стоила миллиона долларов, я бы не стал с тобой церемониться. Но... отведите ее к господину Шат. Не выпускайте ее из виду ни на секунду. Иди. Пока все тихо. Это ненадолго. Мы готовы. Начинайте.
Эй, где здесь вечеринка? Где Серджо? Найди его. Майк, я тебя люблю. Ловлю тебя на слове. Не спеши. Прости меня. Мне очень жаль. Следи за ней. Где же твой приятель? Сейчас не время выяснять отношения. Вперед, крошки. Теперь следи за своими ногами. За мной. Кэт. Отведи девушек куда-нибудь и присматривай вот за этой. Где же Серджо? Смылся и прихватил с собой Клаудио и Артура. Мы держим дом под наблюдением уже 2 дня. Он уйдет. Не выйдет. Опоздала. Мистер Смит уже выходил на связь? Да, он сказал, что теперь может вздохнуть спокойно. У него есть какие-нибудь новости о Серджо? Наш консул потерял свой дипломатический статус. И сейчас, я думаю, Родригес предъявит Серджо целую кучу обвинений. Отлично. Мистер Смит сказал, что он очень рад, что с тобой ничего не случилось. Как мило. Ты поблагодарил Клаудио? Я оплатил все его долги. А как с Артуром? Его не будут беспокоить целый месяц. Все хорошо, что хорошо кончается. Извини, что заставила тебя ревновать. Это была не ревность, это был инстинкт. Значит, инстинкт заставил тебя его ненавидеть с первой же минуты?
Да. А Клаудио говорит, что совсем не так. Я его прибью. Тогда тебе придется прибить и Артура. Он рассказал мне, как ты волновался, когда я не пришла домой ночевать. Я бы точно так же беспокоился о любом другом члене нашей команды. Немного ревности никогда не помешает. Я не ревновал. Что это ты так оделась? Иду гулять. Куда? Здесь недалеко есть отличный итальянский ресторанчик. Не очень шикарный, но зато романтичный. Еще один старый друг. К тому же самый лучший. Интересно, кто это может быть? Ты.